Доброе утро всем. С вами Белякова Алла. Сейчас без 15:06 утра. Я в городе Сочи. Не могу пройти мимо такой красоты и не показать вам столько всего интересного. Я, конечно, первый раз в Сочи, но уже забыла, какой он красивый. Вот такие цветы уже здесь кругом. Вчера видела целую поляну роз на площади перед администрацией, розовые розы. Очень круто, конечно, все. Красиво. Вчера к нам приехали люди в лайк-центр из Севастополя и сказали, что Севастополь по сравнению с Сочи вообще никакой. На самом деле здесь прям такая южная тропическая природа. Смотрите, какая красота. Перейду на ту сторону. Иду к морю, хочу пробежаться около моря. Такие вот прям небоскребы здесь кругом. Высокие, высокие. Я живу, кстати, в хостеле. А в хостеле утром прям проснулась, на кровати села, вид на море. Плохо. Единственное, что не очень хорошее. 8 человек в комнате. Я, конечно, не ожидала, что так будет. Но все равно. Сегодня я уже уезжаю в другое место. Вот такие пальмы. Красивые. Сегодня уезжаю уже на Розы Хутор. Там у нас будет основная тусовка. 5 дней. Мы там будем. И сегодня уже первая бизнес-встреча вечером. 12 часов заезд. Бизнес-встречи, мастер-классы. Много будет всего интересного. Буду вам вести прямую трансляцию. Ну все, я захожу в подземный переход. Через дорогу буду к морю переходить. Еще вам засниму море, попробую. Все, пока-пока.